Всем Дискорд, с вами Лорд Альтаир. И сегодня у нас новое прохождение игры Marvel Битва Чемпионов с обновлением про Капитан Марвел, который фильм Капитан Марвел, который вышел в этом году. И мы будем проходить сюжетную миссию, как обычно. Прошлая миссия была про Венома, я проходил, хотя до этого еще выходило пару миссий, которые я так прошел по-быстрому, потому что опоздал. Так, давайте посмотрим, какие награды у нас дают на мастере. Отлично. Так, теперь посчитаем. Ой, звук. Звук игры. Посчитаем, сколько у нас оживлялок, чтобы, если что, воскреснуть. Восстать, так сказать, из мертвых. Ну, нормально, даже слишком много даже. Так, посмотрим, что можно улучшить из наших чуваков. Так. Вот эти нам будут нужны. Прокачаем их. Все, усиление на последние уровни тоже имеется. Итак, поехали. Мастер. Предупреждающие знаки. Глава первая. А, нестандартный патруль. Глава называется. Так, давайте соберем войска крутых перцев. Это вот эти самые лучшие. Вот так вот. На последней миссии я, наверное, лучше возьму Анжелу, потому что она с Хелой дает возможность воскреснуть в последний момент. Спася тем самым мне жизнь. Начать задание. Тогда, думаю, звук придется потише сделать, потому что... Толку от него не будет, потому что с экрана не записывает. Капитан Марвел отправляет призыв о помощи призывателям. Она несет тревожные новости. Меняющие форму скруллы нашли путь в мир битвы и планируют вторжение. Чтобы помочь раскрыть скользких пришельцев, она ведет разведывательную группу в запретные территории. Итак, смотрим путь. По какому пути будет пойти безопасней и собрать максимум предметов. Ну, конечно же, это путь квадратом. Самый безопасный путь. Идем квадратом. И первый у нас вот этот тип из людей X. Как его там звали? Да, можете не писать, смотрел ли я Капитан Марвел. Нет, я не ходил. Гамбит против доктора Сминога. Поехали. По-быстрому-то пройду первую, вторую главу, все остальное потом. Потому что у меня время ограничено. Бац, бац, бац. Бац, да, да. Получите и распишитесь. Кстати, пишите, какие еще игры мне попроходить на мобильных, потому что комп у меня тупо занят, и мне нужно делать какой-нибудь другой контент, кроме АМВшек, потому что иначе мне монетизацию не включат, и я не смогу заработать на компьютер, который мне нужен. Еще хорошо будет, если мне задонатят хорошую сумму. Серьезно, у меня 9000 подписчиков. Задонатили бы как каждый подписчик рублей по 50, я бы быстренько купил себе ноут нормальный и делал бы контента больше. Серьезно, мне никто еще донат не кидал. Смотрят, но не кидают донат. Маскар.
типа Дэдпул, но не Дэдпул. Давай. Да. Да. Не только ты умеешь отпрыгивать. Получай. Это пока такие легкие враги, хотя, может, если повезет, боссы могут быть и не такие сложные. В прошлый раз как раз боссы не очень такие сложные были, достаточно простенькие. Так, идем дальше. Берем вот эти штучки. О, сообщение. Призыватель, рада видеть, что ты серьезно отнесся к этому делу. Скрулл — это реальная угроза. Мы все время видим в этом месте другие версии себя, но это нас уже не беспокоит. Однако это лучшее место, где эти монстры могут спрятаться прямо на виду. Будем осторожно вникать в сюжет. Конечно, я против Модока не пойду, блин, он силен. У него автоблок стоит, хотя самый сложный автоблок это у Железного Человека Войны Бесконечности. Потому что он сразу после этого автоблока может нанести удар, что не позволяет нормально с ним сражаться. Так что Модок еще цветочки. Давай. Так, я что, не оглушил? Ну ладно, забьем его. Победа! Я победоносец! Вперед! Так. Мне будут купить ноутбук Эленвар. Стоит на Авито в магазине 60 тысяч. Крутой ноут, который мне подойдет, причем дешевый. Сейчас, ну, поскольку он оцененный, вот это нормальный ноут был. Накопить бы на него деньги. Давай. Давай слепыш нападай. Теперь слепой. Кстати, удивительно, если на месте стоит. Вообще нет, он как будто изображает слепого, что ничего не видит. Чуть-чуть вот это 2% осталось идти. Дальше идем. Идем. Так, скрулы у нас вот эти зеленые гоблины, блин. Марвел не умеет придумывать ничего нового, поэтому просто склонировали зеленого гоблина и сделали из них скрулов. Хотя скрулы появлялись еще до этого, может наоборот. Изменяющие форму пришельцы — это не мой конек. Ну, я помогу, чем смогу. Блин, скрул это типа чейнджлингов, что ли? Точнее, чейнджлинги, копия скрулов. Капитан Марвел говорит, что мое умение понять границы личности само по себе суперсила. Мне это льстит, но если она думает, что я могу оказаться полезен, я с радостью присоединюсь. Да-да, давайте дальше идем. Собираем чемоданчики. Конечно, пройти этот уровень еще... Ладно, вот исследовать его — это реально жесть будет. То, что надо будет финальные уровни по несколько раз с карты проходить, чтобы каждый уголок исследовать. Вот это реально будет удар. Мордо, колдунчик. Давай. Так серьезно, в один тоже момент. Вот так. Его придется в блок. Морда.
входит в список самых опасных. Во-первых, его нельзя блокировать, то есть нельзя оглушить. Ты потом еще копит энергию, сидя в блоке. Это один из тех, с кем трудно мне сражаться. Зато я им могу сражаться, потому что у меня в команде есть. Но он трехзвездный, так что от него тоже толка нету. О, Войд. Серьезно, я не всю вселенную Марвел хорошо знаю. Я знаком в основном только с киновселенной. И с Человеком-пауком в мультфильмах. Так что Войда я не знаю, вот где он в комиксах, персонаж. Так что его не знаю. Да-да, реклама, реклама. Еще раз реклама, везде реклама. А мне рекламу отключили, из-за чего я деньги не могу получать на ютубе. Все вырубили. У меня нормально так персы прокачаны, так что думаю, вынесу. Пронесет. Кстати, вот тут могли звезду немного загрузки подправить. Блин, реально криво тут они сделали. Блин, разработчики даже даже интерфейс игры не могут нормально улучшить. Сделать нормально. Как по сигналу. Точнее, как по сигналу. Еще один из этих имитаторов. Если думаете, что вы можете... Еще один из этих имитаторов, если... Хотя нет, давайте так. Еще один из этих перевертышей. Если думаете, что можете меня провести, то вы глубоко заблуждаетесь. Спокойно, капитан. Мы драки не ищем. Я это уже слышал, я остановлю вас, монстры. Приготовьте. Точнее, тьфу ты, приготовиться. Доктор Сминог. В атаку. Вот тут, думаю, мне поудобнее надо будет взять телефон и делать потише. Потому что, блин, сложно будет сражаться. Кстати, у него восстанавливается энергия, как у утки из предыдущей игры, из предыдущих уровней. Помните утку? С которой я замотался. Реально утка была жесткая. Зато финальный босс, который видео, это не босс. Вот это реально была Вот это реально была какая-то простецкая слишком битва. Блин, даже не битва это была, блин, я его как муравья. Армия чейнджингов, зеленых гоблинов. Фьюх, это был Скрул? Сложно сказать. Люди здесь постоянно друг с другом дерутся, по той или иной причине, так что он мог быть одним из тех, кто оказался в мире битвы. Погодите, я что-то чувствую. Вы оба со мной. Итак, серьезно,
Они просто скопировали карту из миссии про Венома? Нафига? Ладно, собираем вот эти чемоданчики, от них есть толк. Кажется, все только усложнилось. Кто вы? Что здесь происходит? О, Капитан Марвел из фильма. Другая Марвел. Нам нужна твоя помощь. Погоди, Кэп. Мы не знаем, можем ли мы ей доверять. С дороги. Рыцарек. Ну ладно. Пускай так, и мы его разнесем. Давай, лунатик.